В одном из самых привлекательных для туристов городов Азербайджана Шеке работы по благоустройству осуществляются с учетом древней архитектуры. Город раскинулся вдоль этих рек, поэтому, разливаясь во время дождей, Гурджан-Ачай и Дейрман-Арх вызывали ряд разрушений. Сегодня в этом направлении проводятся ремонтно-восстановительные работы. Одним из самых успешных проектов, проводимых последние годы в Шеке, считается обетонивание дна и берегов реки Дейрман и Гурджан-Ачай. Как вы видите, работы идут очень успешно. И самое главное, это воспринимается на ура у гостей города Шеке. Природный ландшафт Шеке дает возможность создать здесь индивидуальный архитектурный облик. Поэтому этот край отличается своей уникальной архитектурой. Как известно, во всех крупных городах набережные рек благоустраиваются, водоемы регулярно очищаются. В ходе ремонтных работ в речных бассейнах Шеке основное внимание сегодня уделяется на визуальную целостность реки, как единого элемента с древним городом. Работы проводятся поэтапно. Сейчас мы завершили бетонное покрытие, идет отделка опорных стен. Работы осуществляются поэтапно. Мы завершили 80% работ. Переходим к следующим этапам. В соответствии с планом реки очищены, берега забетонированы, а в завершении работ речные берега ночью будут освещаться. Али Самедов, Рашида Зульфигарова, Кемаль Азизкызы, новости АСТВ.